Здравствуй, мой дорогой зритель. Продолжаю немножко ковырять личные боевые задачи, и как бы немножко получается, немножко нет, кое-где застрял, и кое-где хочу даже помощи попросить. Может быть, мне кто-то что-то дельное подскажет в комментариях, но об этом немножко позже. В дополнение к тому, что прошел ПТшки, об этом уже было видео, прошел СТ, это как бы было вообще элементарно, просто там не было ни одной сложной задачи. Кстати, вот давайте на этом заострим внимание. Самые две сложные задачи — это поджечь машину противника. Некоторые пытаются фугасами стрелять, это неправильное решение, сразу вам скажу. Проще кому-нибудь заехать в корму и насовать, у вас будет больше шансов поджечь машину. Кроме того, если вы знаете хорошо ТТХ танков, то для вас вообще проблемы никакой не будет. Вы знаете точно, какой двигатель горит чаще, какой реже. Вот и все. И вторая задача была сложная достаточно — уничтожить машину тараном. Я тоже как-то помучился, наверное, боев 5 или 6, никак не получалось ту задачу сделать. Но потом в итоге я понял, что надо подойти к этому с другой стороны. В конце боя заехал к артиллерии, дал ей шотик один и добил ее тараном на полной скорости. Собственно, таким вот образом прошел. ЗЛТ тоже задач никаких сложных там не было совершенно. Застрял на 14-й задаче поначалу. Ну никак не мог попасть в топ по опыту в команде. И на елке пробовал, и на Т-71 второе-третье место. Второе-третье. Обязательно кто-нибудь настреляет 5-7 тысяч урона, и я оказываюсь на втором месте там, или на третьем. Ну, что же делать? Я плюнул на все эти дела, выкупил Кихо китайский. Не китайский, а японский. 4 уровня ЛТшка. Она подходит под боевые задачи. Во-первых, вот сейчас она на экране. А во-вторых, самое главное, что у него уровень боев 4-6. Его пробитие там достаточно практически для всего. Где не хватает, там можно зарядить голду, этого уже точно достаточно. И в первом же бою прошел на нем 14-ю задачу. Ну вот с 15-й пришлось немножко покататься. Наверное, боев там 7 или 8. Ну 2000 по засвету выношу. Ну 2500, ну никак не больше. Карты сейчас туннельные, перекопанные, кусты повыдергивали. Постоять негде, посветить негде. Благо есть Прохоровка, которую все никак не повыдергивают кусты. На Малиновке меня убил вражеский светляк. Мне так и не удалось ничего там насветить толком. Тоже там полторы или две насветил немного. Вот. Но попал на Прохоровку. Главная проблема этой задачи не то, что вам нужно там как-то много настрелять или там много насветить. Да это вообще не проблема. Насветить много можно на любом светляке, там, ну не на каждой карте, но на каждой второй, считайте. Беда в другом, что с выходом личных боевых задач у вас появилась офигительная конкуренция. И сейчас светляков в вашей команде и в команде противника, которые вам, кстати, тоже мешают, достаточно приличное количество. Кроме того, полегчали сами массовые, как бы это так выразиться, то есть масса, сумма очков прочности вражеской команды стала меньше, потому что в боях появилось много арты, а у них запас прочности маленький, и много легкачей, у них тоже маленький запас прочности. Стало быть, стало меньше тяжей, меньше СТ-шек, у которых, ну, которые составляют основное количество именно вот этих очков прочности. Ну, вот здесь я насветил 4500, потому что мои союзники убили там по засвету Е3 и Вафельку. Собственно, и все. Вот таким вот образом я это прошел. На тяжах я застрял на 15-й задаче. Я никак не могу натанковать и там настрелять 8000 урона. Попробовал это сделать на хэви, никак не получается. Ну, редко там что-то настреляешь, а натанковать на нем вообще нереально, потому что от него ничего не отскакивает, он все в себя впитывает. Попробовал на ИСе третьем, у меня другой машины такой более бронированной нету просто-напросто. Ну, есть КВ-3, но это вообще смешно. И, наконец, прошел там 110-го китайца, хотя и был очень-очень близок несколько раз, наносил очень хороший урон, но, увы, так и не выполнил. Сейчас выкупил 9-го китайца, посмотрим, что получится. Но пока застрял. А на арте хочу сказать, что у меня из арты только крузадер есть британский.
И вот тут у меня косячок случился. Я никак не могу настрелять на нем 2000 урона во взводе. Так было целая куча боев, где я наносил больше 2000 урона. И все было хорошо. А вот как во взводе, ну никак не получается. Не знаю даже, что и придумать. Очень хотел бы попросить совета опытных артоводов. Я знаю, что такие среди моих зрителей есть. Подскажите, на чем лучше выполнять боевые задачи? Не надо говорить, что там на 10-х артах, потому что это не катит. Далеко не у всех есть 10-е арты. Имеется в виду уровень 7, ну максимум 8. Какие из них подходят лучше? Напишите в комментах, это будет интересно и другим людям. Ну и мне тоже будет наука, потому что в арте я не очень сильно разбираюсь. Кроме всего прочего, хотел бы узнать, провести такой небольшой опрос. На чем именно вы выполняли ТТ-15? То есть на чем 15-я боевая задача вами была выполнена? Напишите конкретно. Ну, если это из 7-й там или Е100, то это понятно. Но не у всех есть эти машины. Если вам удалось на чем-то таком, ну, не то чтобы стандартно, но на чем-то таком редком, на восьмерке какой-то или на девятке выполнить эту задачку, пожалуйста, напишите тоже в комментах, я буду вам благодарен. Ну, собственно, на сегодня все. Если кто-то еще не подписан на канал, обязательно это сделайте. Ну, а пока. Пока.